Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании и леденцовая акция. Это такой у нас леденец, крючочек, тросточка. Тросточка, леденец, да, двухцветный, классическая американская конфетка. Ну, как говорил даже Рэдс, да, эта акция чересчур сложная, как для такого приза. Я, в принципе, с этим согласен. Ну, у меня еще сегодня вообще день практически выпал. Пришлось там мотался по работе, потому как бы, ну, я в этой акции, увы, особо ничего, короче, не получу. Давайте сейчас посмотрим, где я тут нахожусь. Осталось всего лишь один день, а я вот на шестом этапе даже вот эти алмазики не смогу получить, к сожалению. Не знаю, может, я тут что-то гнев драконами могу получить, но тут проблема с едой. 4 штуки, тайм-аут, целых там 40 с чем-то минут, короче, уже у меня вечер, то есть как бы... Но не знаю, может, как-то, если она будет того стоить, хотя бы там каких-то пару алмазиков заработать, то я немножко ускорю чего-то-то там. Да, да еще и что, мне здесь вот пришлось поставить огонь плюс лава, оно 10 часов, ну, плюс рекламку посмотрел, как бы стало 9 часов, но все равно как бы долго это все дело происходит. Давайте так мы зайдем сейчас в клановую битву, мы здесь нормалек так... Нагибаем нашего врага чуть ли не в 10 раз. Короче, его опережаем. Дракон клана побежден. Ура! Ну ничего, мы еще разок. Разочек еще бы его нагнуть. Кстати, да, может успеем. Сколько там времени осталось-то? Так, я первый. Вношу свой взнос. Так, 415. Десяточку снимем, может. Если повезет. Если с критами будет все. Даже больше. Ну давай. Вау, больше десяточки уже снесли. Вообще чудесно. Так, что-то у меня очечки, у меня еще есть. Да, есть очечки. Никто не просит. Ну и ладно. Так, критически. Давайте вот на колдовскую арену, наверное, можно сходить. Сколько? 15 часов. Ну да, в принципе, не проблема успеть. Успеть пробить нашего дракончика. 5B0F59 это код дружбы. Так что, кто не добавил, добавляйтесь. Так, что у нас теперь здесь есть? У нас есть новый дракончик авокадо. Я просто не знаю, откуда он мне взялся. Подожди, я его разве выращивал? Ну, вообще выглядит. Как видел, мне только что из супермаркета реклама попадалась. Коллекционер плюс 50. Редкий авокадка попался. Новинка. Блин, откуда он мне взялся? Не знаю, ребята. Давайте. Ай, ты ё-моё. Зелень плюс камень. Ну, давайте сейчас мы найдем что-нибудь, кого-нибудь продадим, что ли. Вот тут листика у меня полно. Кто из них листик? Явно не гея. Вот тут 16-й листик. А тут листик 15-й. Прощай, мой друг. Ты верой и правдой нам прослужил. Так, ну, теперь мы можем разместить. Но у нас еще, мы должны купить дракона-босса. Ну, конечно, красиво все. Все красиво. Дракон авокадо обожает тренироваться и всегда готов выйти на поле боя противника. Кстати, авокадо это такой очень жирный плод, и у него это полезные жиры, так что кто любит авокадо, кушайте на здоровье. Давайте так мы к нему перейдем. Вот такой вот няшный дракончик. Дракончик напоминает динозаврика, да, какого-то крохотного мультяшного брахиозаврика, например. Да? Так что давайте будем его кормить. Ну, в принципе, когда он подрос, он тоже вполне себе похож. Давайте, куда? На 15-й сначала. Я пока идет акция, я уже много драконов подокармливал на 17-й уровень. У меня уже 15-х уровней практически нет. Много 20-х и так далее. Заработанные очки. Вы получили нового дракона. Здорово. Так, также у нас там появились новые драконы в магазине, да, которые как бы там раньше были недоступны. Ржавые воды, вот гарпия, ржавые воды, поднебесный, по-моему, да, вот, то есть то, что можно вывести из нового, если я не ошибаюсь, вот это они. Так,
Виповские тут всякие драконы. Так, а у нас, кстати, ребятки, та-дам! Потратить 650 алмазиков. И хорошо, что его не нужно, короче. Блин, прикольно. Такая картинка забавная. Дракон-босс. Ах! Красавчик! Да, так, как тебя зовут, дракон-босс? Ядовитка. Мне специально есть для тебя место. А, улучшить. Почему улучшить? Ой, так, подождите, у меня разве нету жилища? 150 алмазов нужно на жилище насобирать. Не, жилище стоит дешевле, чем 150 алмазов. Жилище боссов 50 стоит. Блин, а та, подождите, у меня разве его нет? Я, наверное, нет. Здание. Легенды. Ух ты, прикольно. Тыковки всякие. Блин, жилище боссов, ё-моё, как я мог так просчитаться? Но не важно, мы его главное купили. А там уже 50 алмазиков мы насобираем. Вот может вот в этой акции на леденец мы сможем насобирать. Место я освободил. Да. Еще я хотел посмотреть. Я хотел посмотреть украшения. Наковальню Тора я хотел увидеть. Так, а сортировать никак нельзя. Скульптуры. Это скульптуры, наверное, наковальня Тора. Которую я видел. Нет, это не скульптуры. Блин, странно. Попробуй найди его тогда. Ну, это должна быть, наверное, скульптура все-таки. Неужто ли я их как-то не получил? Ребятки, ну, если мы сейчас не найдем, то напишите в комментариях. Они ж, скорее всего, давали же в этой акции, да? Ну, а, ну, здесь я смотрел. Рунный камень вот у меня есть. Хель я, кстати, еще не высидел даже. Золотая беседка. Прикольно. Так, что еще тут? Трезубец Посейдона есть. А где молот Тора? Кто украл молот Тора? Вот, молнии Зевса, похоже. Опять трезубец Посейдона. Они что, как-то отличаются? Почему они не стакаются? Благовоние есть. Вот, фонарик какой-то есть. Новогодняя свеча. И снова молния Зевса. Да, кстати, я так это подумаю, что видео, которое я обещал снять ну, с собой в кадре, наверное, все-таки она будет уже ближе к Новому году, и она будет уже, наверное, поздравительным, чтобы не снимать, как говорится, два раза. Так что я и ютубовскую кнопку покажу, и себя покажу, и с Новым годом вас поздравлю. Осталось уже не так долго. Так. Это мы собрали. Так. Что мне тут? Ну, а, у меня вот еще есть новый дракончик один. Ну, это ладно, прибережем его, прибережем. Так, жилища у меня здесь все. А у меня только одно жилище прокачано на 7-й левел. Да, кстати, ну, это как бы я и с самого начала знал, что как бы вот все жилища могут быть, жилища босса могут быть расположены абсолютно на любом острове, и они дают бонус абсолютно на весь, на всех драконов. Как бы, вот, как бы, не знаю. Если кто вдруг не знал, это вот видно, где ну, во-во, вот, в любом драконе, вот видите, 1900 плюс 970. На любом острове. Вот здесь у меня боссов же нет. Нет, вот мы заходим в любого дракона и видим тот же самый бонус. Нет, я правда не знаю, сколько это у меня уже бонус. У меня 50% уже бонус идет, да. То есть у меня 50% бонус. У меня 5 драконов боссов. Каждый из них дает по 10%. О, и теперь время пришло нам тут вот. О, я нашел сокровище. По пещерам промотаться и насобирать. Ух ты, босс, редкий сундучок, отлично. 2 миллиона долларов, пожалуйста, наличными на счет. Так, 21, 22,
21. Ну ладно, лава. У меня еще две лавы. А какая у меня лава в инкубаторе сейчас? Так, блин. Уже таких драконов, ну как бы ненужных, качаю на 22 уровень. Представляете себе? Исследуйте врата черепа. Отлично. Так, что здесь? 27-й ду. Так, энергия. Ёхиндрова, ребята. Раз, два, три, четыре. Блин. Дракон энергия 27 уровня. Что происходит? Туман 27-го делай. Ужас-то какой. Ну тут хоть один есть. Уракан у меня уже 30-го. Чё происходит? Хотя, в принципе, можно их заменять. Да, наверное, больше 30... Нет, уже качать не хочу вот в это подземелье. Это, ну, жутких денег стоит. Так. Где у нас там что дальше есть? Вот, ну, здесь нормально. Ах, ты ж, ё-моё. А чё ты меня в Хронос бросила? Почему она меня бросила к Хроносу? Лава. А, она мне занята. Дракон занят. Обидно получилось. Так, ну а сюда можно же кого-то другого поставить, правильно? Ну, какая разница. Пусть будет хоть 50%, но зато не простаивать. Так, сюда отправили. Давайте тут будем золотишко собирать. Так, 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 так. О, печенька. Так, здесь у нас тоже что-то собралось. Вращаем. Эх, чуть-чуть не докрутили до редкого сундука. Да, 2000 еды. Ну, зато здесь все готово. Вообще, отправили всех, всех на поиски приключений, так сказать. Так, сейчас нужно заглянуть еще к Хроносу. Как там у него дела идут? Так. Кстати, это ж у меня максимальный уровень драконов какой? 70-й, да? А потом придется храмы прокачивать. Я же все храмы прокачал. Четвертый. Ну, да. Ну, тут до 70-го еще. Ой-ой-ой-ой. Когда у нас появится дракон 70-го уровня, это неизвестно. Так. Так, что я только что хотел сделать? Дракон-босс. Дракон-босс. Вот вылетел с головы. А ну, напомните, ребята, что я хотел только что сделать? Ну, туда пойти посражаться, это я знаю. К Хроносу зайти, вот точно. Хорошо, что здесь было напоминалочка. Давайте зайдем к Хроносу и посмотрим. Так. У меня... А почему у меня уровень 1 Хроноса? Я уже нашел не один раз, по-моему. Разве это я только второй раз нахожу все осколки? Не знаю. Ладно, давайте вот так вот. 6 часов. Давай, ускорим высидку. И это же касается и на поиски. Мне там что-то должно было созреть. Точно. Во! О, здесь нашлось. Давайте повращаем. Опачки, снова редкий сундук. Это приятно. Ну, награда 100 тысяч золотых. О, 5 алмазиков. О, мы уже на шаг ближе. Занят. Ничего, ничего, ничего. Так. Мы туда все равно кого-нибудь отправим. Барсик, снова пойдет Барсик.
Барсик, это у нас дракон-рысь. Так, а ну давай. Прощай, давайте нам желтенький эпический сундучок. Эх, снова черный. Бесполезный сундук. О, ну здесь тоже все отлично у нас зашло, смотрите как. Так, давайте смотреть дальше. Здесь еще искать, и там еще искать. Так, ну я сейчас, наверное, золотишко буду собирать. Не буду сейчас особо еду собирать, потому что нужно покупать уже новый остров. Я уже застроился. Застроился просто капец как. Критические удары погладят дракончиков. В принципе... Критические удары в битве, а она вот здесь она не будет считаться. Мне, кстати, по-моему, еще один бой на Кобринской арене нужно сделать, и у нас будет редкий боевой сундук. Так, я, кстати, очки сбросил, у меня, видите, все 102, так что, может, здесь мы сможем и рысью подраться. Ну, давайте поищем немножко. Минус 16, вот, кстати, например, такой вот вариант. Сюда давайте возьмем к дракону помощнее как-то. А то мне здесь совсем такие хламовые дракончики стояли. Так, ну вот такие вот. Давайте посмотрим, сможет ли наш тайгер что-то тут нарешать. Так, разница 8, даже 10 уровней. Тут я вообще-то клацаю, не глядя, ё-моё, это моя постоянная привычка. Здесь клацать и не смотреть, какого уровня противник. Бывает, попадается один какой-то крепкий, и все, и хана. И хана. Нет, смотрите, здесь только 30-е дракончики были, это было легально. Это хорошо, значит, я еще смогу сделать 4 битвы. Ну, давайте же посмотрим. 20. Ну, обыкновенных, но тоже хорошо. 20 это хорошо. Так, давайте возьмем нашу осень. Да. Так, это нам уже не надо. А вот обычные усилялочки, вот какие-то такие. Натыкать. Это для более сильных драконов используются обыкновенные простенькие слабенькие заклинания. Красивый дракончик такой. Ледяной то ли медведь, то ли мне на льва как-то он похож. Ну, стоял на двух лапах, медведь, скорее всего. Но это не точно. Механический игрушечный дракончик. До свидания. Так, ну тоже осень легко справляется. То ли на 600 кубках стало как-то все проще, потому что когда я не сражался, меня тут автоматически закидывало за 800 кубков. Ну, как бы особого смысла там сражаться не вижу. Если не хватает силенок завалить за 1000, то лучше болтаться здесь. Здесь проще, можно сражаться чаще. Ну, вы поняли. Так, ну давай. Помчались. Архангел. Второй, да, по силе теперь. Кто мне? Не, Анубис. Анубис по силе как факел нынче. Я уж не помню, мы там на карте можем куда-нибудь продвигаться, или мы застряли где-то.
Опять дерусь, не глядя. Так, ну все, пронесло нас. И все по-легкому обошлось. 35 алмазиков. Здесь можно рекламки посмотреть. Ну, 50 алмазов, насобирать там десяток алмазов, это вообще легко. Можно и за день, если сильно захотеть, а если повезет где-то. Сундуки, сундуки, сундуки. У меня 15 есть. Этих билетиков. А, ну-ка, давайте мы зайдем вот сюда, в наборы карт. А? А кто у нас сейчас попадается? А ну, там... Очень красиво. А, гаргулья, предложение недели. Гаргулья. Ну, давайте еще откроем. Ну, это явно не она. У нас 8 из 14. Давайте еще откроем. О, что-то такое легендарное попалось. Вот, 9 из 14. Вот это было, наверное, гаргулья. А вот это вот, вот дракон Протус. Да, 9 из 14 на этой неделе. Ну ладно, давайте еще одну откроем. Тут что, больше одного не может попасть? Да, только по одному. 10 из 14. Ну, неплохо. Ладно, еще один давайте откроем. Ну, вот так, ладно, тогда на этом... с этим мы закончили. Так, а что ты это мне хочешь? А, ты вот это что-то хочешь? Скрестите дракона пустоты и дракона воды. Понятно. На карту давайте мы зайдем. А, кстати, я условия, вот это у нас клановое задание было. Три битвы я его выполнил. Ну, хотя мне оно больше уже не надо. То есть мне уже не больше очков, чем я смогу потратить. Давайте зайдем вот сюда. Крепкие, крепкие ребята. Ну, тут нам легко наваляет, да. Ну, давайте еще раз получим люлей. Странная аномалия блокирует драконов-эльфов. Давайте мы тут вспомним. Я знаю, вы ищете... Тирана, профессор. Ладно, мы это уже, наверное, рассмотрели многократно. Блин, вообще, вообще никак. Архангела с одного удара. Нас унизили жестоко. Не-не-не, все. Это было больно и унизительно. Так, давайте перейдем на режим героя. Включим героя, так сказать. Так, и вот здесь попробуем продвинуться. Здесь у нас должно быть шансов побольше. Хотя можно было взять кого-то себе в помощники. Почему я не взял никого в помощники? Потому что не хватает очков. Блин, ну завалили. Ну как вы посмели? Анубис, он же крепкий, ё-моё, как его пробили? Как и Архангела, жесть! Ну да, у них уровень, конечно. Так, хотя у меня вообще-то есть задание использовать гнев. Вот так вот. Ну все, нормалек. Справились. Не без труда, но справились. На одну звездочку. Ужас-то какой. Да, ну, блин. Ну, хотя можно будет активировать, как когда-нибудь активируем. Ну, как-нибудь активируем вип-статус, и можно будет продвинуться дальше. У нас будет на одно очко больше. И мы сможем взять кого-нибудь. Да? Нужно, чтобы было 9 очков. То есть вот 70 уровня у нас довольно много. Так. Twilight Phoenix. Ух ты, дракон 100 уровня. Кстати, да. Да ну-ка,
Твайлайт. А ну давайте попробуем посетить остров. Остров Твайлайта. Друзья. Так, а как это... имена... Здесь так и будет написано Twilight. О, Коматос, ты снова у нас. Так. Землячок. Так. Twilight. А тут есть как-то отсортировать? Вот, Twilight. Вот, навестить. Давайте навестим. Twilight, 135 уровень. Ну, подгружайся, давай. Так, на этом острове у нас, ух ты, какого уровня? Древний портал 6 уровня. Там 700 кристаллов, я бы тоже его прокачал. У нас тогда было бы больше кристаллов, больше очков для призова друзей. Так, здесь у нас пансионат драконов. Блин, как работает пансионат? Ну там, то есть драконы просто, это как транзит, да, можно их туда размещать. Ну, в принципе, тоже неплохая штука. Сколько там, 20 миллионов стоит, да, можно купить. Ух ты, красиво оформлено все как. Земелюшка у нас здесь находится. Здесь у нас огонь. Так, здесь у нас драконы-боссы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, а мне 5. Но скоро будет 6. Скоро будет 6. А как вот найти самого, самого сильного дракона? Кто здесь самый сильный? Признавайся. Так, где у нас боги? Боги и легенды находятся. Ух ты. Чистый остров? А почему он чистый? Сколько места простаивает, а деньги зарабатывать? Так. Так, а ну так мы не можем просмотреть, да? Очень жаль, что там не видно. Но это здесь можно как-то, да, поискать. Какие там есть драконы, навестить. Навестить. Вот так вот. Ладно, ребятки, тогда на этом мы закончим. В общем-то, рад был с вами пообщаться. До скорых встреч. Всем пока.